Давай, делай. Делай, чтобы ногу получилось. Все. Ой, как здорово. Ой, как хорошо. Сколько? Два? Три. Так. Четыре. Правильно. Один, два, три. Три. Четыре. Правильно. Так не получилось. Мы сейчас еще раз сложим. Ты скатывать. Да. Тебе же понравилось вчера печенье, да? Да. Вот такие большие. На, давай. Ой, смотри, давай. Раскатывайся. Банку бей, сейчас она на полу окажется. Ой, как здорово. Все, переверни его. Переверни, вот так. Давай бабушку немножко поправить чуть-чуть. Да, можно. Я буду. Да, конечно. Я буду кружки. Давай, Ванечка. Так, побольше. Миша, а что ты делаешь? Хорошо. Пиццу. А кому? Алисе. Так, все, давай другую. Чтобы побольше получилось. А что-то работает. Мы себе пельмени делали. Она и тесто раскатывала. Все мне помогала ей спать. Мы Алисе делаем. У нее день рождения. Вот так. Тоже же ничего делала. Сделать подарок ей. Ой, два. Один, два. Да, один и два сделать. И у нас еще останется чуть-чуть, да? Ты спортом занималась? Нет. Кофе жду, кофе, который ты готовишь. Сейчас мама выпечет, да? Вот, давай раскатывай. Смотри, как хорошо она делает, да? Умничка, Маська, умничка. Сладкая. Эта штука не выдвигается. Да, мы сейчас другой противешочек возьмем. У нас что-то не убралось. Похоже, что много печенья. Смотри, какой большой кусок. Да, сейчас я сделаю еще. Сейчас я дальше докатаю. Так, на чем мы сделаем? Вкусно пахнет. Что? Да. Что делал? Что делал? Уже мою эту взялся. Может, на эту? Ты чё? Куда ты? Наташа с таким удовольствием всегда делает у нас. Вот как она раскатывает. Бабуля меня научила. Ага. Правильно, смотри. Отлично, отлично. Просто супер. Теперь бабуля. Все, больше не надо, ты хорошо сделал. Ты сделай, знаешь как, вот здесь, ага, и у тебя два получится. Опять? Да, сколько? Один, да? Один. Точно. И вот здесь еще, сделай аккуратненько, чтобы кругленько. Два. Два, вот нормально. Вот как. Ох. Два, да? Ну-ка, дай-ка. Ну, ты как сделала? Одно.